Когда-то много лет назад мы при незаполненности школы, переполненности детских садов в 44 школах открыли дополнительные дошкольные группы. Сейчас мы эти группы уменьшаем, их количество. Ну и мало того, вот на примере инженерного лицея, это в Ленинском районе, мы присоединили одно из близлежащих зданий детских садов в связи с тем, что наполняемости там нет, перераспределили места, и к следующему учебному году планируем открыть вот этот второй корпус инженерного лицея для начальной школы. Ожидаемое количество мест – это 250 в одну смену. Это и те самые желаемые места, и экономика, которая, в общем-то, достаточно эффективной является.